Всем привет! С вами канал Art Mania. И посмотрите, что у нас на улице. У нас завал снега. Конец января. Сегодня, по-моему, 1 февраля у нас. И у нас завал снега. Это вообще это что-то с чем-то. Сегодня у нас пятница. И завтра я планировала ехать к дедуле в гости. А он живет в другом конце Самары. То есть прям очень-очень далеко. Километров так 20, наверное. Ну, автобусы туда ходят. Там тоже часть города, там не деревня. Вот. И, блин, я даже не знаю, стоит вообще ехать, потому что это очень далеко. А в случае чего, то есть это будет суббота, в случае чего, если это воскресенье, не смогу я уехать, то с ребенком некому будет сидеть, потому что ребенок пойдет к маме. Муж работает с утра до ночи. И вообще прям просто кошмар. Не знаю, видимо, придется мне свою поездку отложить, наверное, до начала весны. Потому что я боюсь того, что смогу не уехать. Я вот смотрю, кстати, вон там он. Сейчас попробую вам показать. Сейчас найдет она. Где? А, вот. Вот. Плохо видно. Вот между веточками вы видите, раз машина едет, и два машины едет. А, и вот посередине. Снег лежит, представляете? То есть дороги даже у нас не чистят. Раньше вот всегда, кстати, чистили, завалов никогда не было на дорогах. В последнее время уже не чистят. Получается, как будто там, знаете, как тропинка какая-то. Ну, примерно как вот здесь, наверное. Только посередине, не знаю, что там. Почище, может быть. Короче, у нас со вчерашнего вечера уже идет снег. Который день подряд. Кому нужен снег? Забирайте снег. Забирайте снег. Кому нужен. Я одной женщине на канале взяла снега. Вот у нас идет который день. У нас на самом деле должно было быть потепление вчера и сегодня. Вот, но у нас нет его. Правда, мне мама сказала, но она обычно не ошибается. Вот, прямо смотрите, завалы, завалы. Вот даже, кстати, это на подоконнике вот виден он. Вот он лежит. Такая, блин, так классно. Там такая сказка вообще. Такая красота вверху. Через камеру это особо незаметно, когда монтирую каждый раз. Смотрю, блин, там сказка так. А, сначала монтируешь, да, что-то, блин, что я снимаю? Какую-то фигню. Что там ничего не видно? О, смотрите, как классно он лежит. Много его так. Такие дебри. Дебри. И он продолжает идти, не знаю, когда он остановится. Офигеть, 1 февраля, вернее, конец января, где-то дня 3-4 уже у нас идет снег. Не знаю, первый раз такое, мне кажется. За то время, пока я живу. И машины, машины сейчас уже уехали, я с утра вставала. Все машины вон там в снегу стоят. Снег все идет, и идет, и идет. И теперь даже понимаю, что с коляской я не выйду. С маленькой коляской так точно, наверное, застряну где-нибудь. С большой что-то ее тащить не хочется. Только пешочком, наверное. Не знаю, мама сегодня придет вечером помочь мне с ребенком. Как мы пойдем, не знаю даже. Наверное. Не знаю даже. Смотрите, снег еще сильнее пошел. Прям хлопья такие летят, красивые. Я люблю, на самом деле, когда именно вот так и летит снег, когда он медленный, такие большие хлопья. Да, ты тут на табуреточке стоишь со мной. Видишь, какая сказка на улице. А на улице сказка. Как красиво. Ну нет, конечно, если такой снегопад, я не поеду к дедуле. Обидно, конечно, немножко. Я уже давно довольно хотела. Дедуля старенький уже у меня очень. И хочется к нему. А вот. Не знаю, наверное, завтра с вами пойдем куда-нибудь. По магазину, скорее всего. Погуляем по улице, если завтра ничего не растает. Если завтра, конечно, будет потепление, и все это растает, хотя я очень сомневаюсь, тогда, может быть, поедем. Не знаю, завтра скажу вам. Аккуратно слази.
Как красиво. Я надеюсь, что вам видно. Да, ты поближе. Идешь. Видите, как сильно идет. Ну, это, конечно, еще не сильно бывает вообще, прям очень сильно. Самое интересное, даже ветра нету. Все, видите, стоит. Так, а здесь что такое едет? Грузовики собирают хлам. Хорошо, кстати, очень хорошо, что есть такие грузовики, которые собирают разный хлам с помойки, куда-то его везут. Осина! Осина! Машина, да. Такие вот прям хлопья. Все, уже не такие хлопья. Уже маленькие полетели. А, кстати, такие интересные они, эти снежинки. Красивые такие. Давай я уберу. Не трогай ее. Что-то ее подвинул? Ты убираться тут надумал, что ли? Сёся! Сёся! Идем оденя. Ой, ты какой сладкий. С этими волосами. С длинными волосами. Папа у нас тоже все детство ходил с длинными волосами. И Дима тоже длинные волосы. Ему так классно, мне так нравится. Так идет. Я по чуть-чуть там подстригаю, когда они начинают лезть в глазки. Да, вот тут мы уже с тобой немножко стригли на днях. Чуть-чуть. Но уже нет. Особо не кудрявится чуть-чуть вот тут. Вот я думаю, знаете, наверное, нужно вот как-то вот так вот ему отодвинуть вот это вот. Стой. А вот за ними, наверное, чуть-чуть вот так вот. Не ровно, а вот так вот отстричь, наверное. И тогда не будет кудрявить. Хотя вот тут кудрявится. Да, ты позируешь, что ли? Ой, а кто это у нас тут? Ба, что такое у нас тут? Ба, мандарин у нас. Мандарина. Заплесневел. Ничего себе. Не трогай его, не трогай. А как ты, я так не заметила? Ничего себе. Поставь его, положи обратно. Кстати, тут постелила, да, салфеточку. Потому что, чтобы не пачкалась. Ты пальчик туда зачем засовываешь? А если там мышка живет? Поселилась за это время в Геркулесе. Она тебя вот так вот цап за пальчик. И все. Ты свои пальчики, всякие дырочки засовываешь, Дима? Засовываешь свои пальчики, всякие дырочки? То в полу дырочка у нас там. Полу дырочка. Ремонт еще у нас не закончен, да, Дима? Он все туда засовывает. А папа ему говорит, а ты, говорит, еще засунь поглубже. И вытащи эту мышку. Я говорю, да что ж ты ребенку-то говоришь? Зачем, говорю, вытаскивать еще глубже, говорит, не дай бог там что. Царапаются там тетя. Камни какие-то там. Тетя, да, колясочку тащит. Да, мама тут на диете, у нас тут много грейпфруктов. А, я выяснила, оказывается, что когда дома лежат грейпфрукты, они продолжают спеть. Именно вот на подоконнике, которые лежат. У нас тут довольно очень прохладно. Тут у меня как раз вперед на целую неделю и даже... А, вместе с выходными, с двумя. Здесь тут много мандарины. Тут нужно будет приложить. Да, тут вот я не доела, надо убрать, а то она меня постоянно соблазняет. Там остались какие-то жесткие, все хочу мужу отдать, и каждый раз забываю сказать ему об этом. А он у нас выработана привычка, он не трогает мое, я не трогаю его. Хотя его, конечно, я трогаю. Вот так вот. Да? Это краска еще до сих пор стоит, я еще батареи не покрасила. Вот так. Да, вот так, чтобы было у нас все чисто, да, скажи, аккуратно. Какая красота, Дима. Сказка. Сказка. А там, кстати, эти лавочки. Лавочки. Так, сейчас фокусирует. Ой, какие красота. Ой, лавочки.
Машины какие большие. Еще говорят, что у нас в России денег ни у кого нет, живем бедно. Машины же покупают.